26 сентября был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Петрович Морозов. И редакции блокнота «Астрахани» стало интересно, знают ли местные жители, как выглядит новый глава региона. А скажите, пожалуйста, вы знаете, кто это? Нет. Нет, не знаю. Наш новый губернатор? Нет. Нет? Нет, не знаю. Нет, не знаю. Да, знаю. Без понятия. Да. Новый губернатор? Понятия не имею. Ну, знакомый. Человеком, не помню его. Да, это наш новый губернатор Морозов, по-моему, да? Да, конечно, наш губернатор. Да, конечно. Сергей Морозов. Губернатор господин Морозов. Врио наш. А как я могу его знать? Это наш губернатор. О, не знаю. Наш новый, наверное, губернатор. О, исполняющий обязанности губернатора. Это исполняющий обязанности губернатора. Губернатор наш, наверное? Нет. Да, Морозов. Новый губернатор. Да, Сергей Петрович Морозов. Ну, конечно, знаем. Нет. Это наш новый губернатор Сергей Петрович Морозов. Ну и фиг с ним.